Всем привет, и в сегодняшнем видеоролике я вам покажу довольно старую, уже снятую с производства масштабную копию немецкого грузового автомобиля марки Mercedes-Benz. Модель L6600, масштаб 1:43, и производитель этой масштабной копии компания Шуко. Эту модель по сегодняшним меркам можно назвать неким раритетом. Особо в продаже она не встречается, и около 15 лет назад подобные грузовики можно было приобрести в разделе филателии в крупных немецких почтовых отделениях. И в эту серию входило порядка 40 разных автомобилей, как грузовики, так и автобусы, небольшие развозные фургоны, легковушки. Даже видел что-то похожее на трактор с небольшим прицепом. И все эти автомобильчики были окрашены в желтый цвет. И, насколько я помню, особо в онлайн-интернет-магазинах в открытой продаже эти модели не встречались. И поэтому мне не удалось приобрести всю серию, а только 10 грузовичков марки Mercedes-Benz. И если у вас будет интерес, я сделаю на эти автомобильчики детальный видеообзор. И в эту серию входила не только продукция Шуко, но также модели Premium Classics. Конечно, у Шуко чуть лучше качество проработки, но у Premium Classics в этой серии модели были тоже на довольно хорошем, достойном уровне. Если посмотреть на оформление коробочки, то оно тоже сделано в специальных цветах немецкой почты, и картонка здесь довольно плотная. Посмотрите, какие толстые стенки и какова толщина картона. И если сравнивать упаковку, например, с другими изделиями, с продукцией Modimio, то там картонки хлипкие, и они рвутся от малейшего прикосновения. И вот это наглядный пример, как можно делать действительно хорошие, качественные вещи. И, в принципе, эта модель 10-летней давности, и еще тогда вот удавалось некоторым производителям делать хорошие изделия, а сейчас цена только растет, а качество у модели, как вы сами видите, только падает. И на нижней стороне упаковки есть различная информация, которая касается данного производителя. Это немецкий бренд, но модели изготовлены в Китае. И здесь модель довольно увесиста, потому что у нее не только металлическая кабина и металлическая рама, но и металлический кузов. И если говорить о модели Mercedes L6600, то у Шуко он представлен в различных вариантах исполнения. Есть, например, базовые модели с бортовой платформой, как со съемным тентом, так и с открытым кузовом. Встречались грузовики для перевозки какой-либо другой техники, например, мотоциклов, небольших автомобильчиков BMW и Z, или, например, окрашенных кабин. Есть различные пожарные модификации на базовом шасси. Также встречались автомобили для перевозки топлива. И у меня в коллекции, например, есть еще один похожий фургон, только у него отсутствует сдвижная дверь, он окрашен в ливрее шинной компании Dunlop, там более крупный бокс, потому что у грузовика набором также еще установлен прицеп, тоже в такой же схеме окраски, как и грузовик. Если будет интерес, я покажу ту модель тоже в отдельном видеоролике. И здесь модель сделана в виде диорамы, присутствуют фигурки почтальонов. Один пытается открыть сдвижную дверь, второй ждет его в кабине. И также здесь нарисована брусчатка. И я вам покажу, как выглядит обычная коробочка для модели Шуко. Она тоже из плотного картона, но окрашена в черный цвет. И здесь, в принципе, представлен грузовик Круп Титан в варианте бензовоз. И Mercedes тоже есть вот в такой схеме окраски. Бензовоз марки Esso. И давайте снимем колпак, посмотрим, как эта модель сделана поближе. И вообще здесь прекрасная детализация не только самой масштабной копии, но и фигурок. И фигурки ничуть не уступают именитым брендам North Star Models и, например, Modelstroy. И удивительно, как промышленным методом можно так аккуратно окрасить саму фигурку. Посмотрите, как здесь окрашено лицо почтальона. Конечно, возможно, его сложно рассмотреть на видеокамеру, но здесь тоже очень хорошая покраска.
и вы не найдете ни единого пятнышка клея, ни криво установленных деталей, ни потеков на лакокрасочном покрытии. Посмотрите, как хорошо нанесены надписи, логотипы. У этой модели также полностью окрашен интерьер кабины. Можно посмотреть на водителя. Он держится руками за рулевое колесо. И у этой модели также сквозные отверстия в небольших решеточках на боковинке капота. Это элементы из фототравления, они окрашены в цвет кабины грузовика. Если посмотреть спереди, то тоже сквозь решеточку просматриваются внутренности подкапотного пространства, различные ремешки, часть двигателя. Тоже, в принципе, вот очень хорошее качество исполнения. На бампере присутствуют подножки из фототравления. Установлен регистрационный номерной знак, как спереди, так и сзади. Также отлично сделана светотехника. Есть рассеиватели на стекляшках. И также виднеются небольшие лампочки, которые отлиты вместе с корпусом фары. И на крыльях также установлены поворотнички из прозрачных элементов. Присутствуют габаритные усы. На зеркалах наклеена самоклеющаяся фольга, которая имитирует само зеркальце. Также есть на крыше вот такие элементы. Сложно сказать, для чего они сделаны. Кто знает, напишите точнее. Возможно, сюда устанавливается обтекатель. Возможно, это для чего-то другого. Какие-то дуги. Ну, вот так выглядит сам грузовой отсек. Отлично проработаны покрышки. У них присутствует боковая маркировка, шины Continental. Есть размерность шин. И эти покрышки в плане детализации ничуть не уступают аналогу от Maestro Models. Также покрашены колесные диски. У них сквозные отверстия. Есть запаска, топливный бак. И из-за того, что это довольно тяжелая модель, она прикручена в трех крепежных точках. Я не буду откручивать грузовик от подставки. Здесь, в принципе, и так все видно. И снизу там особо не на что смотреть. Просто карданный вал, узлы, задний мост. И также мы видим, здесь торчит кончик выхлопной трубы. И сзади тоже фонари сделаны из прозрачных элементов. И теоретически можно здесь прицепить прицеп. У меня, повторюсь, у второго грузовика есть еще вот похожий прицеп с таким же фургоном. Но почтовый вариант я не видел в виде автопоезда. Есть еще похожий Mercedes, только он был без фигурок, и у него отсутствовала сдвижная дверь. И коробочка там была немножко другая. Автомобиль был не под углом прикручен к подиуму, а просто стоял. Ну, вот такая замечательная модель. И пишите ваши комментарии, есть ли в ваших коллекциях похожие автомобили, что вы думаете о продукции Шуко. Понравилась ли вам данная масштабная копия и хотели бы вы увидеть еще почтовые фургоны, которые есть в моей коллекции. Если вам понравился этот видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком. Также вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на моем канале, и обязательно оставляйте ваши комментарии, какие модели вы бы хотели увидеть в дальнейших видеороликах, будь то советская, импортная или какая-то другая техника. И на сегодня это все. До новых встреч. Пока!